18 сентября на 83-м году ушел из жизни бессменный председатель правления Ивановского областного общества охотников и рыболовов Григорий Иванович Воропаев. Почти 40 лет он руководил областным охотколлективом. Был неоднократно награжден почетными грамотами Росохотрыболов Союза. В 1994 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник охотничьего хозяйства». Григорий Иванович награжден орденами «Знак почета» и орденом «Почета». Впервые ружье в руки Григорий Иванович взял 10-летним мальчишкой, когда в 1944 году, после освобождения Курской области, председатель колхоза приставил его охранять птичник от ворон и ястребов. И с тех пор охота стала призванием всей жизни. Его непримиримая позиция в отстаивании интересов простых охотников была особенно заметна в последние годы, когда произошел раскол в охотколлективах. У областного общества были изъяты охотугодья, и только благодаря принципиальной позиции Воропаева в результате ряда судов часть территорий удалось отстоять. До последних дней Григорий Иванович принимал активное участие в общественной охотничьей жизни. В памяти наших охотников он навсегда останется неутомимым и принципиальным руководителем Ивановского областного общества охотников и рыболовов. Прощание с Григорием Ивановичем состоится 20 сентября, во вторник, в 11:30 в ритуальном зале по адресу улицы Парижской коммуны, 145А. А похороны в 12:30 на кладбище Богородское.